Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу вам показать более нарядный вариант для линейки или также на любое другое мероприятие. Мы с вами делали самые простые резиночки и ободок, а теперь давайте немножко усложним нашу работу. Я решила сделать георгин. Я взяла иранский фоамиран, цвет у меня слоновая кость. Я уже расчертила, все себе сделала, и теперь покажу, как я буду делать сами лепестки. Если вы помните, совсем недавно мы с вами делали георгин из бумаги. Делается все аналогично. Единственное, в этот раз я чуть-чуть поменяла серединку. Так вот, мы вырезаем сами лепестки. Лепестки у нас будут каплевидной формы. И теперь нам нужно их вот так склеить. Я нашла для себя удобный вариант. Я загибаю треть лепестка снизу, наношу капельку клея, закрываю сверху второй частью лепестка. И на кисточке я уже выравниваю сам лепесток. То, что он у нас снизу не подклеен, это не страшно. Потом это все закроется. И таким образом я делаю все-все лепестки. Схему на сам цветочек, на все лепестки я оставлю в описании к этому видео. А также эту схему вы сможете найти в моем инстаграм. Ну и сама серединка. Я сделала заготовку 2 на 24 сантиметра. И сверху я ее нарезала такими неровными зубчиками. Нагреваю на утюге до тех пор, пока она у меня не начинает закручиваться. За основу я взяла шарик 2 сантиметра. Сверху я приклеиваю маленький кусочек фоамирана для того, чтобы у нас не просвечивала нашу фольгу. И после этого буду приклеивать нашу полоску. В работе я пользуюсь самым обычным секундным суперклеем. Его можно купить в любом магазине, в любом строительном магазине. Наношу снизу клей и все хорошенечко приклеиваю. Приклеиваю я нашу полосочку на одном уровне. И снизу у нас цветочек получается плоским. А теперь начинаем приклеивать наши самые маленькие лепестки. Вот в этот момент я сделала самую большую ошибку, которую я только могла сделать. Все лепестки нужно было приклеивать чуть-чуть ниже нашей серединки. Я же решила приклеить их чуть выше. И в итоге мой цветочек получился не очень ровный. Поэтому, когда вы будете приклеивать все свои лепестки, смотрите и формируйте их так, чтобы в итоге цветочек был красивый. Ну и так как мой шарик 2 сантиметра, а я делала лепестки по схеме георгины из бумаги, лепестки фоамирана получаются чуть-чуть длинноватые, поэтому снизу я их подклеиваю вниз. Но это нам совсем не портит работу, так как в итоге снизу у нас цветочек должен быть плоским. И таким образом я приклеиваю первый ряд маленьких лепестков по кругу. В итоге первым слоем я приклеила 12 лепестков. Теперь мы начинаем приклеивать наш второй ряд лепестков. Их у нас больше всего, поэтому эти лепестки мы распределяем на 2 ряда. Я их вырезала 32 штучки, у меня на каждый ряд вышло по 16 лепестков. И приклеивать я их начинаю чуть-чуть ниже первого ряда. Точно так же приклеиваю их по кругу, снизу загибаю и все хорошенечко подклеиваю, чтобы у нас все надежно держалось.
И таким же образом я приклеиваю и третий ряд лепестков. Наношу клей и приклеиваю их на уровне второго ряда. Даже немножечко опуская их вниз. Но я думаю, когда вы приложите свой лепесток к цветочку, вы посмотрите, как это будет лучше выглядеть. Приклеили третий ряд и четвертый ряд я приклеиваю в стык нашей серединки. У меня их получилось 16 лепестков. Приклеиваю их по кругу друг к дружке. И на этом наш сам цветочек готов. Но так как я говорила, что самые верхние лепестки я вывела немножко выше, средние получились немножко ниже, я не могу так просто все оставить, поэтому я начала подрезать те лепестки, которые мне казались слишком сильно торчат. Ну и после того, как я подровняла лепестки, которые мне не нравились, как расположены в моем цветочке, мой цветочек получился вот таким. Не могу сказать, что я им довольна, но все же не выкидывать же его в мусорку. Давайте мы его оформим в ободок. Я буду использовать тоже иранский фоамиран оливкового цвета. Вырезаю на глаз 3 лепесточка и будем отпечатывать прожилки на молде. Мы нагреваем нашу заготовку на утюге и прикладываем к молду. Ссылка, где можно купить молды, фоамиран и все для флористики, будет в описании к этому видео. Отпечатали рисунок на нашем фоамиране, вырезаю зубчики. Если вы не можете делать красивую форму лепестка на глаз, делайте себе из картона заготовку и вырезайте по шаблону. Затем я беру масляную пастель, я решила взять розового цвета и немножко притонировать свои лепесточки. Ну и также для того, чтобы закрепить наш цветочек на ободке, я буду использовать кружочек диаметром приблизительно 2-3-4 сантиметра. Смотрите так, чтобы у вас просто с обратной стороны все хорошо, красивенько закрылось. И теперь будем обматывать наш ободок. Обматывать я буду фоамираном. Отрезаю полоску шириной 1 сантиметр и наношу на край нашей полоски клей. Закрепляю край и начинаю обкручивать наш ободок. При обкручивании я слегка натягиваю фоамиран для того, чтобы он у нас стал более тонким. Теперь приклеиваем круглую заготовку к нашему ободку. И уже на этот кружочек я буду приклеивать сами листики и цветок. Располагайте так, как вам больше нравится. С одной стороны я приклею 2 лепестка, ну а снизу я добавила всего лишь 1. Также я приклеиваю сам лепесток не только к нашей основе, но и к самому ободку, для того, чтобы у нас ничего не торчало в стороны. Лепестки приклеены, наносим клей и приклеиваем сам георгин.
Также я решила добавить небольшое количество тычинок розового цвета. Подклеиваю тычинки с одной и со второй стороны, совсем небольшое количество, и на этом мой ободочек будет готов. Я думаю, каждый может к этому ободочку добавить какие-то ягодки или, возможно, вы сделаете композицию еще из каких-то цветов. Как я говорила, этот георгин можно делать по той же самой схеме, по которой мы делали георгин из бумаги. Принцип создания одинаковый. Ну а если вам понравился мой вариант ободочка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!